Здравствуйте, дорогие друзья. Выдался чудесный весенний денек, вот такой солнечный. Естественно, мы поехали пошастать в подмосковные леса. Мы сидели втроем, Димка там где-то бродит. Ну и что из этого получилось, сейчас вы посмотрите в ролике. Я вступлялку забыл снять, сейчас снимаю. Так что всем привет, всем весны, настроения хорошего, здоровья, ну и всего-всего. Ну и пойдемте с нами гулять. Первый сигнал с данной поляны. Щиточек от перстня. Значит, смысл есть. Ветрище, сразу прошу прощения. Еще камеру подколотили, будем в ремонт сдавать. На что снимать, пока не знаю. Но имеет смысл походить. Вот и первая монета появилась. Тени, ветра. Уходишь от ветра, попадаешь в тень. Короче, Николашка, с охраны непонятной. Ну так, что-то читается. Ну да. Более или менее. Идем в сторону того леса, я так понимаю. Овраг там. Клады где закапываются. Нельзя. Ах ты. А мне остался. Вот это вот. Бескобарница. Бескобарница. Шлепаем сейчас вот на пересечении с вот этим выступом. Здесь был перекресток дорог по картам. Пули стоят. Видно? Против солнца-то. Кресток выпал, к сожалению, у окислых, но целый лепесточек, давно не было. Сейчас дойдем до этого места, посмотрим. Дошли до пролеска, куда мы хотели. Овраг там, с поля улезли, ну, поле это поле, ветрище, проволока, ну, это понятно. Идем вот этим пролеском, здесь какая-то вот, как дорога, что ли. Так, была сейчас только что конина, и где-то мне тоже говорят. Да вот он. А, вижу, вижу. Сейчас покажу. Видите? Доставай. Павел. Вот вам Павел. Ладно, будем отмачивать. Короче, сейчас идем вот этим пролеском до врага. И там какая-то на овраге высмотрели мы интересную поляночку. Теоретически. Интересно. Ну ладно, сейчас посмотрим. Дойдем, дойдем. Так, что нам еще? Елочки. Ну, это, конечно, комфортно. Красиво, комфортно. Замечательно. А где Димка? С водой куда-то утек. Ну ладно. Вот начинается склон оврага. Ну, он такой. Длинный-длинный, мы по нему спускаемся. Попадаются какие-то непонятные накаты. Вот деревья очень старые. Стоят себе. У Димыч находочка вот такая. Скорее всего, это серьга мужская. Мы сейчас попробуем прикрепить. О, шмуль. Прикрепить, короче, описание. Но я думаю, что да. Вот, поэтому... Покрутимся. А вам не надо, что ли? Так это мы же не собираем коллекцию-то. Беда. У вас же там красота. Эх, обломанный кусочек. Ну да. Какой есть. Еще бы это. Вам надо тоже какую-то коллекцию начать собирать. Где-то я такое вот видел. На картинках? На картинках, да. Может быть. Только толстая была. Они разные. Они там вот до вплоть вот до таких были. Ну, ладно, сейчас чайку попьем, здесь покрутимся. Пока что не можем понять, но лес классный, грунт классный. Вот. И он выскочил прям черный. Цветом. Черный-черный прям. Ой, хорошо. Да. Хорошо, сейчас в лесу. Вот мне как-то дорога еще одна идет. Ну похоже на какой-то накат, да. Ну тут хрен его поймешь. Тут надо покрутиться, мне кажется. А мы покрутимся. Мы же можем. Продолжаем обследовать дорогу. Куча железа. Ну и больше ничего нет. Только вот эта серьга. И гвозди. И гвозди, да, подкованные. Пойдем сейчас вниз. Овраг там, ну, вот параллельно оврага, она туда и спускается. Берег пологий достаточно. Время-то неумолимо.
Сейчас три. Ага, потом уже двигать назад. Ну вот так как-нибудь кругалем уйдем и выдвинем. Да, ну грунт здесь, конечно, бомбический. Здесь если что-то найти, а мы обязательно потом найдем, даже если не раз, не сегодня, то что-то будет. Двигаем туда, вниз. Так, шторка залипает. Все хорошо. Двигаем по дороге в сторону поля и к машине. Силы резко кончились. Сейчас покажу. Поздний совет. Да, сохран здесь, конечно. Автоматы, говоришь? Ну да. 82-й. Водик. Подводный морской бой поиграем. Ну, как раз в те времена мы с тобой, Димыч, из автоматов. С сиропом и без сиропа. Да. Красота была. А тут пиво в бочках. Да. В очереди, да, стояли. Да. Да. Рядовые поисковые будни. Димыч, дай прибор. А что, говорит, ему будет? Он подводный. Он же памятник. Один перебрался. Следующий. Чего? Тут в любом случае переходить вот этот ручей нужно. Да? А нахрен ты туда лез? Возвращайся обратно, потому что там. Пойдем тогда здесь этим. Ой. Короче, вот так как-то. Движемся к машине, уже устали. Мало находок. Ну, места новые, что удивительно. Ничего удивительного. Доползли до машины. Сегодня поиск нам дался, мягко говоря, тяжело. Ноги не идут. Не попали в место, в которое хотели. Просто потому, что не смогли там проехать весна, болото. А шлепать там по этой грязище 4 километра что-то как-то неохота было. Ну и так нахрапом вот сюда во вражек этот слазили, по полю прогулялись. Ну, чуть-чуть чего-то нашли, зуд сняли, но это ненадолго. Вот, будем продолжать. Ладно, спасибо, что ходили. Всем здоровья и пока. Пока.